Доме правительства прошло заседание комиссии по разбору вопиющей ситуации, которая произошла в Димитровграде, где рост оплаты за жилищно-коммунальные услуги в январе составил от 11 до 25%. Для тщательной проверки законности начислений 13 февраля по поручению губернатора была создана специальная межведомственная комиссия, которую возглавил председатель правительства региона Александр Смекалин. В нее вошли представители профильных министерств, правоохранительных органов, политических партий, гражданского общества, в том числе старшие по домам и руководители ТОСов. Вчера началась работа камеральная в части рассмотрения документов. Уже сегодня к работе приступили специалисты на местах. Проводятся встречи с представителями общественности. Завтра уже непосредственно на территории города Димитрограда будет проведено рассмотрение итогов, предварительных итогов работы специалистов, на которых примут участие и министр жилищно-коммунального комплекса, промышленности, транспорта и связи Павелин Дмитрий Александрович и руководство жилищной инспекции. В том числе, я надеюсь, что с нами будут работать в том числе и депутаты. Как утверждают специалисты профильных ведомств, ни один тариф в новом 2018 году не повышался. Все повышение тарифов произойдет только с 1 июля 2018 года и исключительно в рамках тех предельных индексов, которые утверждены по Ульяновской области. В частности, по теплу рост составит 103,4%. Заместитель губернатора Ольга Никитенко напомнила, что главное на сегодня, чтобы жители Димитровграда получили четкое понимание, как складываются цифры платежей, есть ли незаконное завышение тарифов. Принципиальная позиция губернатора в этой ситуации – дойти до каждого дома, до каждой квартиры, разобраться в каждой платежке, которую получило население. У нас есть перечень адресов, откуда поступали обращения. Мы вам его передадим для полного понимания, что в течение 2 дней должно быть отработано по каждому дому и по каждой платежке. Фактически эти люди станут вашими общественными помощниками в решении тех или иных задач и нашими общественными контролерами. И губернатор выразил уверенность в том, что под контролем вот самих жителей вы действительно сумеете докопаться до истины и разрешить эту конфликтную ситуацию, которая на сегодняшний момент сложилась в Димитровграде. По данным контакт-центра города Димитровграда, большого всплеска жалоб и письменных обращений по поводу завышения тарифов на ЖКУ нет. Заявления поступили от жителей 5 домов. Однако проверка показала, что завышения тарифов были и по другим адресам. Сейчас мы еще встречаемся с представителями старших по домам, которые также подтверждают, что этот рост был, и мы также отрабатываем уже эти адреса. То есть дополнительно, не только те, которые в заявлении были отражены, в принципе проверяем, какие были показания приборов учета и правильно ли были начислены плата за отопление. Заседание итоговой комиссии под председательством губернатора, где будут озвучены причины завышения тарифов, состоится в конце недели. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.